Всем приветик, дорогие друзья! Сегодня я еду в Олимпик-арену, где состоится хоккейный поединок между командами Гомельской области и командой президента Республики Беларусь. Погнали! Будет очень интересно! Так, сегодня 3 декабря 2022 года. В Минске вот такая вот снежная, классная, бодрящая погода. Я уже почти на месте. Так, ребята, все на хоккей. Начало в на синих линиях, чтобы поприветствовать друг друга перед матчем, и капитаны коллективов обмениваются выкладами, приветствуют друг друга лично и, конечно же, судьи. Так, как обычно, здесь находится точка по продаже мерча первого. Так, в продаже уже есть шапочки и перчатки. Я там чисто подойду. Такой обычный ассортимент, и вот еще зимний помпонный дизайн. Yeah.
хоккею. Незаметно пролетели эти первые 4 минуты. Игра почти без остановок. Отдельное спасибо каждому, кто поддерживает команду с трибун. Хорошая атмосфера с первых минут игры. Зрители, обращайте внимание, пожалуйста, на экран. Мы сегодня, как и всегда в этом сезоне, будем знакомить вас с фактами о хоккее относительно команд, которые представляют разные области нашей страны. Сегодня соперник команды президента представляет одну из самых хоккейных областей нашей республики – Гомельскую. На сегодняшний день в области на 4 крытых катках. Совсем недавно, кстати говоря, в Жлобине была открыта тренировочная площадка. Профессионально занимаются хоккеем 654 ребенка, и это 4-й результат среди всех областей.
президента. Все сам сделал Николай Лукашенко. И поздравим авторов этой шайбы. С передачи Максима Парфиевца, номер 18. Это говорит о том, что в последние годы в Гомельской области все больше родителей приводят своих детей заниматься хоккеем. Напомню, это второй показатель в стране. Андрей Башко мог сейчас удвоить преимущество своей команды. Не хватило совсем немного. 5 минут 20 секунд играть в рамках первого периода. Впереди команда президента. Счет 2-0. Вторая шайба, добивание восьмого номера. Передача Максима Парфиевца, номер 18. Шайбу забросил номер 8 Артем Каркоцкий. И у нас уже есть человек, у которого 2 очка в этом матче. 2 результативных передачи у 18 номера команды президента. Малым штрафом наказан Виталий Марченко, номер 81, команда Гомельской области. Еще один факт о хоккее в Гомельской области. Прямо сейчас на экране. В прошлом сезоне в соревнованиях для самых юных хоккеистов, ребят 2010 года рождения, лучшего результата удалось достичь команде ЦОР города Жлобина. Второе место в детской лиге.
это третий гол команды президента, реализует команда большинство. Гонителей был в этой специальной бригаде у Дмитрия Баскова, и сработало большинство. Третья шайба на счету 14 номера. В рамках первой 20 минутки. Напомним, авторы шайб в первом периоде: Николай Лукашенко, Артем Каркоцкий, Андрей Костюк. Шайба в воротах, но, к сожалению, не зацепила.
предметов. Этого года в Минской области исполняется 85 лет, и в честь этой даты запущен онлайн-челлендж «Минщина спортивная 85». Мы приглашаем всех принять участие и поздравить можно людям любого возраста. А самое главное, вы можете стать обладателем iPhone 4 с подтягиванием на перекладине максимальное количество раз февраля у себя на странице отметить президентский спортивный клуб. Также опубликовать хэштег «Дотянись до мечты 2023», подписать видео и открыть аккаунт. И кто-то из вас, помимо того, что прокачает себе мускулы, станет обладателем iPhone 14. Будьте спортивными, и все получится. Ну а при хоккейную площадку мы продолжаем. Так, небольшая рокировка решила сменить немножко точку съемки. Замена вратаря. Ворота защищает номер 30 Дмитрий Филиппович.
Республики Беларусь, номер 10, Олег Антоненко.